Спасибо, Дарья. И тут у нас... Кто-то у нас, почему борт не закрыт? Люди, что там делаете? Стоишь на калитке, это твоя работа. Борт должен быть закрыт. Игрок ЦСКА мог сейчас получить тяжелейшую травму. Это тем более вот этот угол, куда он сейчас врезался, он очень острый на этой калитке. Посмотрите. Это вот чистый косяк, вот человек, который стоит на борту. Вот мой воспитанник, там один из очень талантливых ребят, Андрей Петрунин. Он закончил вот с хоккеем после того, как он был не закрыт. Кстати, играет в ЦСКА тоже. Там просто локоть размозжил. Алексеев пострадал в этом эпизоде. Тут же появляется лед. Надеюсь, основная часть это работяги, которые должны пахать. И сейчас их перепахивают и перерабатывают.